В Армавир съехали 150 лучших борцов со всего юга России, которые стали участниками чемпионата Южного федерального округа по самбо. В турнире состязали спортсмены от 18 лет, и каждый из них старался пробиться на финальной встрече, а затем и на чемпионат России. Отборочный этап главного национального турнира собрал самых именитых и титулованных борцов. Юг, он испокон веков славился своими борцами, своими чемпионами. Здесь и международники, и заслуженные мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты мастера спорта. Здесь еще кто из спортсменов выходит в финал, они выполняют норматив мастера спорта России. И плюс еще вышедшие спортсмены в финал, они получают путевку на чемпионат России. Ну, и вот ажиотаж, значимость этих соревнований. Здесь сейчас весь юг собрался, все наши регионы от Астрахани до Севастополя. Получить билет на всероссийские состязания могли лишь трое мужчин и две женщины в каждой из 15 весовых категорий, от 50 до свыше 98 килограммов. Всего чуть меньше 40 человек. Борьба за места развернулась на 7 часов. На каждом ковре решалась дальнейшая судьба спортсменов. Одним из призеров и претендентов на выход в финал стал мастер спорта Данил Перепелицын из Ростовской области, который обошел соперников в борьбе за третье место. На самом деле турнир на хорошем уровне, конкуренция сильная. Сейчас буду бороться в стыковую встречу за путевку на первенство России. Надеюсь, все будет хорошо и должен победить. Проиграл, к сожалению, 3-2 местному спортсмену, но ничего, сейчас должен путевку забрать. 14 декабря организаторы соревнований наградили победителей и призеров турнира. По итогам состязания судьи определили предварительный состав сборной, которая представит Южный федеральный округ на чемпионате России. Национальный турнир пройдет в Перми с 28 февраля по 4 марта 2023 года. Инна Лепеткина, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 «Армавир».